вообще? They've been waiting for me. What the fuck, the fuck? Feel the morning on my face. Ain't a pill that I didn't take. Just a lifetime, cause it's been a long day. Cause I'm asleep when I R.I.P. Ba-da-ba-dum. Flashbacks. Relax. And don't forget your hashtag. Rucksack. White stacks. You're a dead man. And better rid of that gap. You gonna run game, it don't ever run you. When they bitchin' on your name, you say fuck you too. Too. Fuck a court case, give detective no clues. Clues. Cause I'm Indiana J when I'm trippin' on a juice. Well, let's get real quiet. Feel so stupid. Здравствуйте, зрители канала Shooting Spear. Я соведущий Дмитрий Лукашов, как Никита говорит, корреспондент. Вещаю вам из города Ижевска, стадион Демидова, 25 августа 1922 года. Вот. Сегодня здесь проходит первенство республики, гонка. Завтра, 26 августа, будет кросс-спринт ногами. Вот. Мальчишки стартуют вторые. Девчонки вот здесь вот уже на пристрелке. Вот, честно сказать, я почти никого не знаю, так только кого-то видел в лицо. Поэтому разбирать ситуацию будем по ходу пьесы. То есть девчонки здесь встают уже, стреляют. Я не знаю, по железу можно уже стрелять или нет. Это второй свисток. Мы посмотрим на стойку. Вот, синий упакован номер 33. 25-я установка. Сейчас посмотрим, куда она будет стрелять, по железу или на бумагу. Нет, это просто идет холостой дренаж. Девчонки заезжают на такой метод пристрелки, так называемый холостой дренаж, чтобы просто потренажить, постоять, почувствовать. Ну вот, так выглядит биржа. Сегодня жарко, говорю, отрицательник, мальчишки бегут вторыми. У нас тут интересно то, что сегодня все бегут на роллерах. Вроде бы Эльву дают, или Шамах-Шамах дают. Приехала фирма из Кирово-Чепецка, там привезла 90 роллеров, вон они там под навесиком. Вот, тут рядом в зоне ВАКСа сделали такую импровизированную разминочную полосочку вот этими треугольничками пластиковыми обозначено. Вот, поменять роллер можно один раз. То есть не понравилось, ведет, можно поменять его направо, снова ведет, не нравится, или скорость. Подходишь, меняешь, но второй раз уже не дадут. Вот так это выглядит. Проскочил, все получили, и вот ребята выдают, записывают. Майки судья. Так, вот мы идем. Идем. Все тут уже приготовились. Начинается старт. Стартовая зона. Старт будет здесь и финиш. Я еще первый раз только на соревнованиях здесь. Поэтому сам изучаю. И вот так все стартует. Запись надо будет по бумаге. Не электронная, без чипов. Так, а у нас гонка идет. Ну, идет вторая стрельба. Стойка начинается. Вот, как вы сами уже знаете, в наших комментариях. Индивидуальная гонка, она не сильно интересная, потому что лидера не видно. Сколько кто промазал, но, в принципе, если это серьезно, все равно там объявляют, а здесь пока непонятно. То есть, допустим, 18-й щит, один промах,
Девчонка даже непонятно с Петром что ли ушла. И вот на 21-м уже будет тоже девчонка с Петром стоит. Ну, посмотрите, как стоит. Ногу завал назад, но никуда она не попадет. Все направо промахи будут. Вот девочка. С 6-м номером поймала Петра и поехала. Явно надо работать над изготовкой. А на Лёшке было, когда кто и с одним промахом уходил, нуля не видел. Давайте посмотрим, как номер 8 стреляет, 16 щит, мимо. Мимо. В общем, не понятно, справа налево, переизготовка. В общем, правильно, что переизготовилось. Все-таки два промаха. Центральный там. Оп, видите, переизготовка помогла. А последний выстрел надеялась. Так вот, целая прям... косяк для планисток идет. Первая девочка. Старшие стартанули с 25 номера. Вот. Немножко что-то ее судьи напрягли, но она все правильно сделала. Одна девочка из младших сделала 0 на стойке. Счастливая побежала. Немножко поснимаем старших. Мимо. Легкий ветер, не знаю, но. Третий там. Четвертый там. Пятый там. Много справилось. Седьмой номер и 26. Там где-то вдали гонят пластмин, если тренера кричат. Давай соединим с Петром. Тоже как-то это. Еще Петр. Двадцать девятый справился. Я очки подобрал, молодец. Посмотрим за Ксенией Кубаковой. Догнала 32-й номер она. 30 секунд в кармане. Там. С нулем лидер. И уход. Кстати, палочки у нее такие были, вяло наточенные. Но это не мешает ей. Вообще девчонкам на стойке, ну, стойка тяжело дается. Немногие справляются. Вот. Явно было, что многие младшие девочки не справляются с подходом на коврик. У некоторых волосы запутываются в ремне заплечном. Вот, ну сейчас видно, то есть так пришли, долго стоим. Ну и еще надо отметить, да, сегодня очень жарко. Вот, 14 номер сейчас как 0 сделает. Нет, не сделала. Радость снова. И 21 вот они соревноваться пошли с одним. И пошли, пошли, пошли. Сейчас дождемся, когда Ксения Кубакова приедет. 33 номер посмотрим. Номер 29 она на Лёшке 0 сделала. Посмотрим. Аккуратненько положила очки розовые. Но у нее похоже аншус. Ну, видно скорость, да.
Я бы даже сказал, что это работа лучшая. Уже юниорок. Давайте ему, наверное, неудачно было ли. Ты здесь? Да. Какое ваше мнение? Че, новый винтовка. Ксюха с нулем идет. Чурин подходил, сказал, будешь с ним пристреливаться. 4-0 сделал? Не, один пока сделал. Вот это не везет, прям это. Не прет. Уже в этой. 8 или 7. Город Глазов. Представленная участница под номером 33. Она там с каждого круга по одной догоняет. То 32-ю догнала, то 31-ю. Наблюдаем. Первый там, второй там. Мимо. Чуть зацелилась, но попала. Ну, с двумя нормально. На бирже надо хранить тишину, но это все равно лидер. Сбивчатый подход. Так, 31-я. Дошла. Ликвидер стих. Видите, флажки почти лежат. Там. Не прошло. Второй не прошел, перезаготовка. Там. Третий, два. 31-й, два. Ровно прошли. Ну, понаблюдаем за 29-м номером. В прямом смысле со стороны. Значит, все это любишь, нет. Девчонки на финиш заходят. Три точно. Четвертый мимо. Чуть зависло. Пятый точно. Ну, она то ли с двумя придет, то ли с одним. Чуть время не лезет. Потеряла 5-7 секунд. Уже не торопится, так сказать. Глазов на рубеже. Филигранная обработка подхода к коврику. Небольшой отдых. Дуэль 33-32. 19 и 21 рубеж. Смотрим. Почему не полезет ничего? Кто шумит? Вот хватит, вот свои думаю, свои. Полина нафиг, это вот не там. 33 номер пока помню. Вот ты должна. И последний выстрел. Не надо. Да я тебя опять не буду, а ты, вот это твое. 21-й проиграл выстрел. Вчера прохаляю. Что я не знаю? Что же ты настолько такая? Идет на финиш, отработка. Сильно, сильно. Финиш удался. Тридцать второй. Можно сказать, добежалась за Ксюхи. Все, нашли же, не ищите девочки. Я пошла. И на стойке перестрелял и ходом. Ну, тут заметно. Тяжело, уже руки не работают. Сейчас скоро начнется пристрелка у мальчиков первенства Республики Удмуртия. Вот я показываю, как выглядит въезд на стрельбище. То есть там круги, вот отсюда ребята выезжают. Либо на стрельбище, либо вот так вот на финиш. Указатели есть. Ну, такой вот расклад здесь. Раз и сюда. Вот уже пристрелка как бы еще не началась, но народ задвигался, девчонки пошли
на трассу, видимо, там будут болеть, то есть как бы соревнования будут проходить веселее, чем у девочек, потому что будет больше болельщиц. Мальчишки подтягиваются на рубеж, но сейчас тут тучка как бы появилась, тень, но это так, наверное, чуть-чуть совсем. Началась перестрелка у мальчиков. Вы можете заметить, что вообще мальчишек реально гораздо больше. Смотрите, сколько. Понятно, здесь два возраста, младшие, старшие. Вот, у нас все очередь, мишени. Здесь прям количество спортсменов в Ижевске, это, ну, как... Ну, чуть поменьше, чем на зоне, наверное, ЦФО. Давай, Егор, пошел. Андрей, без 15. Что-то комментировать, объяснять здесь, в принципе, бессмысленно, потому что, ну, спортсмены стреляют по бумажным мишеням. Вот, все тренера имеют свои различные подходы, техники, вот, ведет корректировки. Без поправки, Максим. Сами слышите. И во все стрельбище. Плюс я могу сказать, здесь команда из Ивановской области, команда из Татарстана. Вот, ну и много личных тренеров, вот, ну, которые здесь местные работают со своими спортсменами, которые ходят в сборную, не ходят в сборную. Потому что соревнования для них очень важны эти. Ну вот все получили роллеры, пристрелка прошла, уже там сейчас будут стартовать. Вот предстартовая зона. Вот ребята отдыхают, кто-то еще что-то тестирует, но видите, детей много. Вот. Наше лицо канала идет перед стартом, немножко напряженное. Я говорю, лицо канала идет. Да, я слышу. Сейчас мы бежим, 12,5, индивидуальная гонка. 4 рубежа, лежа, стоя. Все как надо, по-взрослому. Кстати, круг увеличился в этом году на 2,5 у меня. Через 2 года уже 15 будет, а там, глядишь, до 20 когда-нибудь дойдет. Сейчас идут мальчишки. Младшие. Вот, качество стрельбы, конечно, хромает. Вот пока видел, что один закрыл. Один только промах нашел, остальные больше. Идет на стойке. 20 рубеж один, хорошо. 16 рубеж пока плохо. И 13 с Петром. Ну, два спортсмена приходят одновременно. На 20, на 21 щите. И стрелят довольно-таки быстро. Я бы даже сказал, они одни из самых точных. Одновременно четверо пришли. 3, 2. Такси Петр. Давай, Петр. Ах, нет, не дал. Так, у нас в гонку вошли старшие парни, у них дистанция длиннее, там 13-14 рубеж. 89 номер они, старшие. Но результат на мишенях как у вас. Первый
два. Кровать три. Сейчас он на нем подъедет. Да, он точно встали. Прямо вот при выходе с круга, вот перед, ну, перед финишем, где развилочка. Ждем Никитоса. Говорит, ногами хорошо идет. По стрельбе у нас получилось 0-0-2-2. Вот на хорошо пошел после третьего круга и не совладал со стрельбой. Так, вот сейчас идут 105-107, идет даже дуэлька такая. Парни топят, дорабатывают. Не может Никитос, похож издалека, но не он. Не финишная работа. 109-го наши гонят. Тоже, видимо, в команде. Я еще пока не всех знаю. Давай, дорабатывай. Хорошо ногами идешь. За Никитой, он сдает оружие, а здесь на охране смотрят биатлон, который идет сейчас в Сочи. Доброе утро, зрители канала Shooting Skier. Я тут стою сегодня за камерой, корреспондент Дмитрий Лукашов. Сегодня у нас 26 августа, 10:50 утра, соревнования девочек, кросс-спринт. Вы видите, что сейчас я снимаю в зону старта. Вот, здесь у меня тренера готовятся замерять штрафные круги. Тоже идут в тенечек. Я тоже в теньке. Вот сейчас это подправлю. Коррекцию света. Никитос меня учит, как это правильно делать. Вот, то есть смотрите. Стартуем отсюда. Бежим вот сюда. Так, потом мы уходим вон туда. Вон туда. И потом мы пойдем тоже туда. Вот. Первая участница прыгла. Еще надо сказать, что сегодня стартуют в первых номерах старшие девочки. Поэтому первые номера будут более интересные. Первый забег. Бежит первая участница. Там на полочке у нас мальчишки стоят и говорят, дают воду. Спрашиваю, кому, они говорят, всем тем, кто по душе. Ну что, ждем, кто выбежит, тот и попадет в красивый кадр, да? Thank you.
Все, финиш, финиш, пошли! Зачетно покричал. То я хожу тихо, снимаю, не люблю. Здесь всего два подъема получается на девчонок. Ну, вообще слабенький просто. Ну да, что-то я хотел места найти, где, где хрипят. Хорошо, хорошо, финиш! Оп, 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 оп! Даша, работать надо, не надо за место бороться-то! Работай! Финиш надо отработать! Шевели! Работай, вопросов нет, так тебе нравится. Ну когда уходит? Лисана, давай, давай! Давай, 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 Лисана! Давай, молодец, молодец! Финиш, финиш, финиш! Давай, Лисана, давай, 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 давай! За 4 Гусакова Лисана 15.40, 4 штрафных круга. Результат участницы под номером 21 Суслов. Не ожидаем.
ты, родная? Что с тобой? Нормально? Не добежала? Не финишировала? Так у вас там ведь нет биатлона? Во время ижевской винтовки у нас постоянно стартом ко мне приходил. Итак, давайте я вам расскажу правила кросс-спринта биатлон у старших юношей. Вот, смотрите, на пирамидах есть номера. Вот номер 8, 117, 107, 97. Это стартовые номера спортсменов. То есть спортсмен с номером, допустим, 57 ставит винтовку вот на этом месте. Со стартового, ну, там вот у стартового домика, у судейского домика стартует. Прибегает он вот оттуда, берет свою винтовку и оббегает пирамиды. Дальше оббегает туда вот слева, ложится на свое, на выбранную коврик, коридор, стреляет и потом возвращается и ложит винтовку на место. Дальше, естественно, бежит без винтовки. Ну вот. Главное в этом при переноске винтовки держать ствол вверх, не направлять ни на участников, ни на судей, никуда. За это могут снять. Ну, в принципе, вот как бы и так есть. Вот видите, что уже ребята приготовились. Расставили винтовки порядка стартовым номерам. Вот пристрелка сейчас начнется, пока спокойно все. Но очень жарко. Вот ребята экономят силы в тени. Также нужно сказать, что если спортсмен промазал, оббежал пирамиду, поставил винтовку на свое место, и у него есть там один или два промаха, то он забегает вот на этот штрафной круг, который, видите, вот сейчас я его здесь показываю. А сам я сейчас сижу на стульчике для судьи в теньке. Вот погода сегодня нереально жаркая, наверное, не знаю сколько, 34, наверное, на солнце, может быть, больше. И это 26 августа. Но, видите, на стрельбище немножко дует ветерочек, то есть, как бы, поправки, видимо, налево будут делать, но немного. Вот. Есть у этого стрельбища особенность, вы, если присмотритесь, то сейчас все мишени в тени, когда солнце взойдет, может быть, они выйдут. И здесь есть такие моменты, когда ты пристреливаешься в тени, потом выходит солнце, надо вроде бы делать два вниз. Ну, вот я всегда забываю там. Вот, когда пристреливаешься на солнце, а потом тень там два вверх. Но это как бы такая особенность, спортсмены должны это знать. Вот, это как бы и зимой, и летом, как говорится, одним светом. Это уже как бы физика, оптика.
Вот эти три промаха сейчас. А вот он меняет. Вон, видите, зритель сидит самый главный. Вон белочка. Белочка любит биатлон. Вы прибежали уже? Да. Что, сегодня много? 3 и 2. 5 промахов. Итого 5. Вторая? Да. Поздравляю. Спасибо. Пошли, терпи! Номер 54, Ворочёв Андрей, 18.04, 7 штрафных кругов. Результат участника по номеру 57, 8 штрафных кругов. Она приходит нарабатывать ее.
И не факт, что она получится. Мы, конечно, приближаемся к ним, но не до конца. Фамилия, имя? А и откуда ты родом? И женская разряд, какой спортивный? Шемякина Валерия, город Ижевск, теннис Хазеев Николай Григорьевич. В церемонии награждения принимают участие исполнительный директор Федерации биатлона Удмуртской Республики, перевозчиков Сергей Викентьевич, главный судья, заслуженный тренер Российской Федерации Новиков Владимир Игнатьевич. За второе место награждается Гатаулина Аделия, тренер Зайцев Александр Валерьевич. За третье место награждается Атабаева Софья, тренер Новиков Владимир Игнатьевич. Общие фото на память. За второе место награждается Бехтерев Никита, тренер Зайцев Александр Валерьевич. За третье место награждается Ишкатов Максим, тренер Хазеев Николай Григорьевич. Никита, тренер Фомин Андрей Анатольевич. За третье место награждается Караваев Виктор, тренер Фомин Андрей Анатольевич. Давай дальше. Достойно у тебя соперники.
Давай готовься лучше. Общее фото на память. Тренер Баранов Алексей Сергеевич. За третье место награждается Острикова Ирина, тренер Фагин Андрей Анатольевич. Иван, тренер Ежов Вячеслав Витальевич. За второе место награждается Зорин Андрей, тренер Куликов Сергей Кузьмич. Валиджанин Данил, поселок Ува, тренер Дежов Вячеслав Витальевич. Ну что, ребятушки, закончились наши соревнования, первенство Удмуртской Республики по летнему биатлону. Это что-то местного, такого ЦФО, первенство Центрального федерального округа, которое, кстати, закончилось тоже день назад в Смоленске. Ну, так вот, корреспондент как бы снимал, я пока сам не знаю, что он там наснимал, но говорит, что хорошо все. Ну, да, здравствуйте. Мы тут два дня соревнуемся, первый день была гонка и роллерная. Я что там снимал-то? Я в основном снимал на рубеже. Сегодня был кросс-спринт, и я уходил, ну, на рубеже вообще не был, только на пристрелке, и уходил по маршруту и снимал, там, как девчонки бегут, как мальчишки бегут, в общем, ну, я думаю, что Никита из этого сложит какой-то там ролик. Музыка. Да, возможно, будет какой-то короткий тизер минуты на 2-3 и полноценный какой-то вот обзор соревнований, ну, вместо как бы блога о проживании как бы в Ижевске. Потому что соревнования это все равно интересно. Здесь не только сборные, но приезжают с Глазова, там, из других школ. Мы, к сожалению, пока еще всех городов и школ здесь не знаем, но думаю, что со временем, наверное, всех выучим. Да, это будет типа блога, но точнее будет замещать блог, это будет обзор соревнований этих, потому что такое мало кто освещает, тем более на высоком уровне, и поэтому блог я не буду снимать, потому что соревнования, сами понимаете, будет интереснее, чем смотреть три предыдущих блога с июльского и августовского сбора, так что вот такие дела. Теперь разберем, что было на соревнованиях, потому что обычно мы это говорим и комментируем после каждых крупных соревнования, а это, в принципе, можно причислить к крупным соревнованиям, так как во всех гонках для 4 и 5 года за первые три места давали КМС, кандидатов в мастера спорта по биатлону. И начнем с индивидуальной гонки. Во-первых, надо сказать, я там занял второе место, уже приличное достижение, и сразу похвастаюсь, у меня не, точнее, присвоит КМС, и на это, конечно, уйдет какое-то время, но как бы мы наконец-то достигли этого долгожданного звания, которое, конечно, надо поддержать, но я считаю, это уже большой результат, потому что мы к этому шли, и до этого у нас как бы не было, и теперь мы можем что-то как бы серьезное уже вещать, потому что теперь есть вообще какой-то результат, как бы не первый взрослый разряд, а уже как бы близко к такому высокому уровню, скажем. Да, ну надо сказать, мы вчера, я приехал на соревнования, тоже Никиту поддержать, вот. Не ожидали мы, что... Да и цели не ставили на какие-то призовые места, но так вот получилось, что хорошая стрельба помогла. Там 2-0 на первых двух рубежах, потом по 2. Вот, может быть, можно было и лучше, но все равно. Ну да, буквально один промах, и, конечно, я был бы первым. Ну, здесь надо сказать, что
каких-то сильных ребят там колеса расслоились, выдавали роллеры шамов. Вот парень сошел, у него два колеса расслоились. Я не сказал, что он, конечно, вот, бежит кто-то, по литерам, кто-то но, упал, да, некоторые кто-то упал там из сильных. Ну, как говорится, вот, ну, результат на табло такой он есть, какой есть. То есть мы... Нет, все крутые лидеры, они как бы добежали гонку, но как бы у кого-то со стрельбой не задалось, кто-то побежал слишком быстро, и опять же, вот стрельба не получилось, но как бы все-таки индивидуальная гонка — это совокупность всех факторов и хода вашего, и стрельбы, и поэтому у меня исправился, ну, довольно-таки на уровне хорошим был ход вчера, не хуже остальных как бы в целом. Понятно, что лидеры бежали мощно, но как бы видите, результат есть. Сегодня мы бежали спринт, пока результаты не знаем, но понятно, я как бы сразу скажу, что парень, я не беговой в этом плане, я не быстро бегаю, не самый быстрый, никогда таким не был. Поэтому как бы место будет в десятке, в пятнашке точно, но надеюсь в десятке, как бы, потому что у меня по стрельбе было 1-2, бежали 4 километра стандартные для нас, но как бы опять же скажу, что я не беговой парень. Ну да, наверное, так. Результат еще мы не видели. Посмотрим, обязательно ставим. Вот, ну, как я сказал, видео, причем, наверное, самое хорошее видео будет это с кросса. Потому что, ну, мне получалось, ну, спортсменов снимать очень близко. Прям где-то вот так вот. Или, ну, прям близко. И дышали, и пыхтели. Да, вчера и, он как бы не ходил. Еще интересно, девчонки на финише падали, стонали. Да, кстати, было очень жарко. И вчера, и сегодня, там, вчера 32, сегодня даже больше. Девчонок даже сегодня на скорую увозили. С мальчишками вроде все нормально, такого ничего не было, но девчонок и на шатыре, и подручки, и, ну, не добегали. То есть, ну, как бы это соревнования и республиканские, и все это, как бы, скорая помощь была. И надо сказать, что все тренера были на месте, и на пристрелке, и на стрельбище, и на трассе. То есть за всеми следили. Здесь вот, ну, в этом сказать, очень ценят как бы человеческую жизнь и спортсменов. Да, так что вчера вот корреспондент снимал на GoPro, снималку он вот эту вот качественную не брал, но в основном он вчера снимал на рубеже, тем более индивидуальная гонка не очень понятная, когда находишься внутри ее и смотришь только как бы если по телевизору, и там как бы с датчиками, и ее научились хорошо снимать на уровне Кубки мира, но когда смотришь такие юношеские соревнования, не очень понятно, кто где бежит, особенно из-за того, что мы бежали без чипов, даже на табло не было выведено, как бы, сколько там отставания, сколько промахов, поэтому в течение гонки непонятно, кто лидер. Ну и в спринте, в принципе, так же, потому что тут особо не заморачивались с чипами, опять же. И из-за этого, как бы, во время гонки реально нету такого прям интереса, и нету комментариев даже на рубеже, как это делают на России, то, что тот-то там пробежал за столько-то с промахами, и он лидирует. Так что вот такие вот дела. Выполнил, конечно, КМС, сам очень доволен, здесь да, и грамота такой, есть. Такой медаль, сегодня медаль, было награждение, корреспондент тоже снимал. Или Удмуртии, там, с голубем, летящим в небо. Так что, не знаю, как бы посмотрим дальше, поедем ли мы на Россию. Думаю, что поедем в Рыбинск. Ну, как бы это узнаете в ближайшем будущем. А в целом у нас получился такой ролик, такая поездка. Хотел бы поблагодарить нашу историческую родину, скажем так, которая здесь неподалеку располагается, в республике Татарстан, куда мы заезжали, и ролик тоже про это вышел. Не думаю, что он наберет много просмотров, но думаю, что наша родина как бы дала нам какой-то силы, потому что мы позавчера только приехали, не стреляли, ничего не делали, как бы, ну, приехали в 6 часов вечера, я сбегал в вечерний кросс, и как бы на следующий день просто с нахрапу, как и не надеясь на стрельбу, побежали, несмотря на какое состояние там, ну, как бы отстрелялся, да и состояние тоже мышц был неплохой, поэтому у нас получилось вот такие вот вещи, что как бы корреспондент еще может что-то добавить. Да нет, я думаю, что, наверное, мы так много тут разговорились. Вот, так что ждите ролика, и я говорю до свидания, и да, до новых встреч. Так что всем большое спасибо за просмотр, и всем пока.